В Мурманске чествовали волонтеров. Праздник «Сила Севера в людях» приурочили ко Дню добровольца. В Ледовом дворце собрали неравнодушных, отзывчивых и активных жителей области. Кандалакши и Полярные Зори, Апатиты и Киров, Калининградск, Мончегорск, Заозерск, Североморск, Ведяево, Кула, Печенский округ. В этот день в Ледовом был представлен весь регион. Пригласили лучших. Их набралось 2000 человек. Это ядро волонтерского движения Кольского Заполярья. Знаете, я считаю, что я ничего такого особенного не делаю, но волонтеры, мои товарищи, почему-то считают по-другому. Я просто прихожу по зову, как только какой-то клич, нужно помочь, стою, иду и делаю все, что нужно. В этом году в копилке добрых дел Галины благоустройство вместе с командой «Мыса мечты» в Мончегорске. Помощь в проведении городских фестивалей, таких как «Имандрофест», «Парусный лагерь», «Сияние». Работы было очень много. Фестивали интересные. Я получаю сама от этого удовольствие. Я какой-то эгоист. Я не то, что там дарю добро, а я получаю сама его от всех этих мероприятий. Это так здорово на самом деле. Готовность работодателей поддержать общественные инициативы своих сотрудников сегодня творит чудеса. В Кольской ГМК «Экомарафон понеслось» каждый год бьет рекорды по числу участников. У нас было на Кольском полуострове более 100 команд, которые изъявили желание участвовать в «Экомарафоне понеслось». Каждый год наши ряды растут, мы масштабируемся, все проекты становятся намного интереснее, многогранней. Уже мы не только помогаем в рамках экологии, но и мы улучшаем городскую среду, мы помогаем приютам, мы помогаем нуждающимся. 2022 стал первым годом работы в регионе Совета по корпоративному волонтерству. Вместе сотрудники разных компаний минувшим летом участвовали в акции «Сохраним лес» и вместе смогли благоустроить 10 родников. Это все трудовые коллективы, которые брали своих детей, которые приводили в порядок эти замечательные места. Если бы, например, за это взялось бы государство, с точки зрения разрешительных документов, мы бы это делали 2 года, просто потому что процедуры такие. А волонтеры, трудовые коллективы, компании сами сделали это буквально за месяц. Соединиться во имя чего-то доброго, во имя какой-то инициативы, которая иногда идет просто от людей, от твоих же сотрудников, и узнать друг друга совершенно в другой ипостаси, это тоже очень важно. И нам очень приятно, что все больше и больше корпоративных волонтерских групп вовлечены в добровольчество и действуют уже иногда своими отдельными организованными добровольческими объединениями. Ну так раз молодец, поддержим! Благодарственные письма губернатора, областной думы и новые награды. Почетные знаки за заслуги в добровольческой деятельности. В праздник чествовали лучших из более чем 30 тысяч волонтеров Кольского Заполярья. Илья Комлев, Борис Савельев, ТВ-21+.